причальчик в Discovery Park, мы гуляем в Discovery Park. И заднее колесо... А, уже не буксует в Бразиване. Только что буксовал вот этот трак задним колесом. Доставал свою лодочку из воды. Вот так вот, если вы имеете какие-то лодочки, кораблики, то вот развлечение выходного дня, пожалуйста. Отдельный причал. Тут, по-моему, 8 долларов для обычной лодочки маленькой и для большой там что-то 10. А мы заплатили 5 за вход. Вот, обычно я тут на байк-трейле проезжаю через этот парк. Вот туда. Вот там вот то место, где сходятся две реки, я там уже снимал. Сейчас походим пешочком, погуляем. Дети поразвлекаются. Инь, что тебе нравится больше всего в этом парке? Пока что ничего. Пока что ничего. Вот все спрашивают, зачем американцам траки? А для развлечения. Чтобы вот так вот лодочки там всякие, прикольчики свои тягать. А смотри, о чем буксует? Да? Такой наклон. Они, наверное, заднеприводные, потому и буксуют. Если бы был полный, тут на пониженной тихонечко выехал и все. Мне так кажется. Тойота монстрячная, прикольная. Вот. Таких колесиков, шинах прикольно. Так, там опять что-то несется. Рев стоит такой, что... Ждем, сейчас выскочим. Ракета, а вон аж этот, смотри, вода аж видна здесь, через холм. Что это там так ревело? Вон она молится. А где она? А, вон. Маленькая такая. Такая маленькая, так ревет. Это как советский мотик. Маленький. Не, не надо, это такая. Мама, мне давай пришли. А в ту сторону у нас... Вон, даунтаун видим. Вода, сколько воды! Ну это я приблизил. Он очень далеко. Так, еще один буксует колесами, ну-ка. Оно пониже найдет. Чуть-чуть. Чуть-чуть подбуксовывает. Ну что, а купим трак и лодку? Да. Будем по выходным баловаться тут. Смотрели, там недорого. Ну, лодку за 1004 неплохо. Ну как такое? Нет, помнишь, мы в кредит смотрели? То, что мы смотрели, 20 штук стоит. Ну-ка, Toyota будет подбуксовывать на таких лоптях или нет? А Toyota налегке. Легенько выйдет. Да, Зе? Можно. Вот такое вот мероприятие выходного дня можно провести. Пойдем дальше. Там какой-то праздник проходит вон там. Палатки стоят. Сейчас пойдем посмотрим, что там. Куда старшики делись? Смотри, по розу. А, они по этому мосту. На мосту в Discovery Park. Вот такой мост ведет. Он как бы автомобильный, но он только для парка. То есть отдельного моста нет. Наверное, это был старый мост, а потом построили новый. А этот так оставили для парка. И, в общем-то, тут пляж есть. Летом, когда жарко, народу купается много. Вот только что здесь барахтались эти, как они называются, морские. Как они, морские котики или... Мы никак не определим, что за они. То ли тюлени, то ли
типа котики. Но такие большие, сзади ласты, с усами такие усатые. Вот. Вот такой вот парчок. Я хочу туда на пляж сходить. Пойдем на пляж посмотрим, как там пляж этот устроен. Кораблей, лодок. Народ развлекается. А тут вот такой мостик, он теперь пешеходный. Велики едут, люди гуляют. Вон там большая пристань, что-то лодки сбились в кучу. Всякие боты. В общем, такой парк, скажем так. О, даже каячек маленький плавает. Так, стой там. А, велик там. А, вон девушка на велике. А он электрический, кстати. А да, там сзади батарейка на багажнике лежит. Аккумуляторчик. Вон, видишь, каяк человек взял, плавает. Надо нам каяк поднять. И погонять этих морских котиков. Видишь, тут мелко, тут купаться хорошо, даже детям. Егор говорит, летом тут толпа была. Там сзади... О, велосипед, иди сюда. Иди сюда, сюда, сюда. Там бэбичка сидит. Ладно, спустимся сейчас туда. Тут вот тоже стояночка, где пляж. Сейчас пойдем посмотрим, что там. Погуляем, пойдем. Я что-то сразу не понял, как сюда попасть и как сюда заехать. Оказывается, вот сюда и слева, и под мостом проезжаешь. В общем-то, вот въезд. Да. Причем, если неправильно поедете, видите на дороге шипы? Я уже про них как-то рассказывал. Неправильно поедешь и профоришь себе колесо. Видите, машина прямо через шипы едет. С этой стороны они опускаются. А обратно нет. Затупил. Пробил себе одновременно обе шины. В этой будочке оплата, вот там будочка, $5 заезжаешь, на велике бесплатно. Мы на велике, на байк-трейл заезжаем, вот сюда я ехал, я вам как-то показывал, а, я тогда не показывал, наверное. Вот, вот там вот. Видите, для детей эти, как они называются, спасательные жилеты. То есть приезжаете, если у вас нет жилета, и вы хотите покататься, берете бесплатно, потом сюда вешаете обратно. Вот, кстати, комплекс апартментов есть. Не знаю, хорошие, нехорошие, вряд ли, наверное, в таком месте хорошие. Выглядят они неплохо. La Quinta. Или это там отель, наверное, все-таки. О, что за машинка? Это маленький бобик. Электрический, что ли? Смарт. Похож на смарт, но без крыши. Ну вот, мы на другой стороне. Так, а мне за машиной придется идти обратно. Никак мы этих тюленей сблизи не подловим. Кто это такие? И почему они в реке? В общем-то, неплохое место выходного дня. Людей много, правда. На этом кораблике, смотри, солнечных батарей целая куча. Он там телек будет смотреть, или для чего ему.
Вот эта речка чистая, тут вода хорошая. Это наша. Мы живем с этой стороны, со стороны American River. Я когда на байк-трейле езжу, мы всегда едем вдоль American River. И она такая чистенькая, она с гор течет. Ну, бывает, когда там сильно там в дожди там, или что, снег сходит. Нет, дожди какие тут, дожди. Снег сходит, помню, такие потоки шли зеленой воды. А в остальное время она чистенькая, горная вода. А вот та речка, она грязная всегда, я ее никогда чистой не видел. А тут, вот она прозрачная, чуть дальше смотришь, песочек чистенький. Золото, это пирит, ага, блестит все точно. Вот раньше думали, что это золото, гляньте, сколько его. А все блестит, о, глянь, вода вся. Золото. Капец. Он берег блестит. Вся вода в блеске, прикольно. Да все носки в песке. Как будто золото, да? Так это золото самое интересное. Ну да, как бы раньше что ты. Тут и золото находят среди перита этого. Да, я видел. Можно разбивайся. В общем-то, вот этот же мост, по которому мы шли. А сейчас тут в водичке погуляем. О, она такая нормальная. Холодная вода. Нормальная? Катер проедет и водой смоет твои кроссовки. Щучки, да. Холодная вода. Привычная. Привычная. Как на Лейк Тахо. На Лейк Тахо холодная. Да, я вижу. Поймай за усы этого морского тюленя, за усы поймай. Ну давай, далеко пройдешь. Что там? Золото. Золото. Катька разбогатела, у нее золото. Все руки золото. Папа! Да. Ян, выходи. Ян, вчера еще только сопли были. Да. В общем-то, вот такой вот наш Discovery Park. Пойти дальше прогуляться туда, посмотреть, что там. Посмотреть воду Sacramento River. А этот кекс устроил пикничок здесь, и он там что-то жарит. Видите, мангальчик там стоит у него, барбекюшка, музычка, жарит себе. Прикольно, однако. Понять. Вот такой тут отдых. У кого у всех разный. А вон за деревом, смотри. Я не сказал, что у него здесь присутствует ощущение моря. Волны.
Пряника присутствует ощущение моря. А вот даже видно, как чистая вода American River соединяется с грязной Sacramento River. Вон, видите, как водораздел такой, вон она. Прям такая полоса. И вот этот мыс, это мыс разделяет две реки. Судя по его крутизне, он не раз опадал, наверное. Осыпался. Так, несется. Так, катера нагоняют волну. Вот так, начало октября, 8. На улице фактически лето. Правда, деревья стали осыпаться, вот начали желтеть. Вот смотрите, калифорнийская осень. Они не будут сильно желтеть, они от сухого воздуха желтыми долго не становятся, а тут же скручиваются и коричневые становятся. Все становится быстро коричневым. Такого длительного буйства красок нету. Красного такого практически нету. Все очень быстро высыхает. А вон уточки. Ну вот и конец пляжа. Конец пляжа. А дальше еще чуть-чуть и Old Sacramento начинается. Все, что мне уже напекло. Самое прикольное, что здесь пик тепла сдвинут позже, не так, как у нас там, после 12 в 2 часа там пик. А тут где-то к 4, самое к 5 начинается самая жара. Вот сейчас солнце такое какое-то пекучее, короче. Поэтому я в тенечек. Ну, вот на этом я, наверное, и закончу очередной обзор Discovery Park. Опять бесплатные жилеты, видите, детям можно дать, поплавать, потом прийти повесить обратно. Вот, даже я вот здесь сяду, вот тут. Ну, тут плоско, ровненько, видишь, можно сесть и... Папа, держишь? Ой, пока тенечек. Давай поставим на землю. Смотри, сколько я ракушек. Необычные. Необычные ракушки для нас. Нет, это необычные. Смотри. Необычные. Нет, открывать. Ну. Вот это вообще закрыто. Потом откроем. Вот это смотри, такая ракушка. Видишь, какие необычные. Вижу, необычные. И девочка необычная. Я буду сейчас. Давай. Все. Картины Репина перегрелись. Там лучший песок. Лучший песок в этой эрии. Как глина была такая. Вау, как глина. Ну, речной жизнью воняет. Все, всем пока. Всем приятного отдыха. Не печаль.